Пора идти. Люси, дорогая. Я почистила клетку тигра и покормила животных. Так что, если все в порядке, я договорилась об ужине на сегодня. Да, но ты ничего не забыла, детка. Только одно маленькое дело. Мистер Анситер, пожалуйста. Это был такой длинный день. Но я не хочу. Нет, Люси, я думал, мы договорились об этом на прошлой неделе. Не забывай, кто платит тебе зарплату. Мы закрыты, приходите завтра. Вернись, я не закончил. Я же сказал, мы закрыты. Я не намерен покупать, я продаю. Я не знаю, как вы можете меня заинтересовать. Я торгую экзотическими видами животных и птиц. Очень редкими. Вроде меня. Понимаешь? Ну-ну-ну. Какие мы шустрые. Пожалуйста, не надо. Что же может заинтересовать тебя? Может быть, птицы? Нет, только не мои животные. Пожалуйста, я умоляю вас. Скажи мне, маленький честный человечек, сколько стоит вон то? О, пожалуйста, только не тигр, это редчайший воз. Тигр, усатый матрас, полоса. Б-61-661, ответьте диспетчеру. Прием, ответьте диспетчеру. Я заканчивал свое 12-часовое дежурство, когда поступил этот вызов. Весь день приходилось заниматься всякой ерундой, а под конец дежурства меня рассмешил этот псих, который в одних трусах танцевал на улице со старушкой. В последнее время преступления стали носить все более тяжелый характер. Люди как будто посходили с ума. Скоро мир захлебнется в потоке человеческой ненависти. А где капитан Брайан? Приболел немного. У него что-то с желудком, отравился, наверное. Он просил, чтобы я возглавил отдел в его отсутствие. Гуза немало потрудился на улицах, прежде чем стал лейтенантом. Люди по-разному относятся к нему. Кто-то побаивается, а кто-то уважает. Надеюсь, ты хорошо отдохнул, парень. Теперь пора и делами заняться. Всегда готов. Не поясничай. Не пристало нам тут заниматься ерундой. Холден суетится в Юконе.
Гаф работает по делу Тайрелла, Стил на специальном задании. Не представляю, как она справится. Ты не знаешь, на что способна эта крошка. Убийство животных в магазине Ранситера. Мы получили информацию только что. Серьезное дело. Старик Ранситер попал на миллионы баксов. И что, в отделе больше некому этим заняться? Важная персона. Может, тебе белые перчатки выдать? Славная ночь, Рэй. Я думал, ты на спецзадание. Ну, для кого специальное, а для кого и не очень. Что случилось? Пара молодчиков из второго сектора заимели новенькие бластеры, ну и решили испытать их в центре города. Неплохо. Ты их проверила? А, да зачем? У меня здесь своя машинка. Печенка называется. Никогда не подводит. Займи такую же, и карьера тебе обеспечена. Надо подумать. Чем напряг тебя Гуза? Хозяйством Ранситера. Животные? Эти рэпы не имеют никакого уважения вообще ни к кому. А этого Элтона Тайрелла убить мало. Занимается черти чем, придурок чертов. Не было бы его, сидела бы без работы. Не волнуйся, нам всем на этом свете грязной работы хватит. И хватит пялиться на мою задницу. У тебя что, глаза на затылке? Ха, Рэй, ты не в меру любопытен. Торговля животными стала очень выгодным и престижным бизнесом. Настоящие животные почти все вымерли после ужасной войны. Тогда-то и появились подделки, работающие на аккумуляторах. Я бы никогда не купил подобное в свой дом.